Где это, кстати, блядь, столовка? Столовки не будет, у него проблем. Что-то а на это какие, не блядь? Зачем ты его кинул? Кого? Кинь, да нахуй, могут быть проблемы, блядь. Хочу. Залез на стул, у него может слезть, блядь, боится высоты. У меня проблема. Finger deep in anal. Все. Давайте. Ужас. Ай-яй-яй, Сух, что ж такое? Ну а что поделать? Ну так вот. Да. Что поделать, да? Жизнь такая, да? Нет, это реально проблема, кстати. Че, паладин еще вышел? Не знаю. А че ханта не берете, не нужно? 2-2-2, еще слабенько. Тина на 15 минут, я потому и вышел. Мне надо ходную надо переделать, я неправильно сделал. Извини. Можно биполярного взять. А Даша что, зайдет интересно? Биполярно, да, тоже пишет, что он только сегодня онлайн, потом во второй рейд не сможет прийти. Ну там надо как-то... Берел, значит. Да он и так в прошлый раз пиздил, нахуй, а потом зашел, блядь. А сейчас если Даша зайдет, Саня, что берем? Во второй рейд я писал про Каражан, и Кай не зайдет. Да, Даша не зайдет. На прошлой неделе. Плохо. Че? Даша не будет. А что там? Даша. Ну, у нее типа там, короче, личные. Личные. Написал, что не может. Блять, меня кто-то стреляет. Столовка, блядь, что ли, блядь? Нет. Где столовка? Ой, все, Никита. Столовка стреляет, блядь. Вот сзади, прям, в дупло, блядь. А, это моб, нахуй. Кто второй танк, определились? Берите биполярного и пусть пук танчит. Месси он есть. Биполярный. Бери биполярного пук в танка тогда. Месси это что, футболист или что? Ну да, он с Барселоны ушел к нам. А кого я буду танчить в сове? Нифига поднялся тип, конечно. Кто это говорит? Полярный. Так у нас пук танчит, а не ты танчишь. Моб сзади, спасите. Второй пати пук дракона будет танчить. Ладно, за приход я сейчас ебану и можем контакт взять 2-2-2 или Никите написать. А что, Никита опять нахуй? Да Никита спросил, типа... Ну бери Амончика его, в чем проблема? Пусть не хочет идти, пусть отдыхает. Мы что, заставлять кого-то будем в рейды ходить? Я должен писать поэму, кого-то упрашивать, чтобы он пошел, да нахуй мне это надо? У нас тем более есть вторые рейды, блядь, есть кому ходить туда. Людей, блядь, вообще хватает. А вот, типа, если нужен. Тем более здесь вот сейчас кто половина сидит в рейде. Ты, я, Антоха, Егор, Войд, там, кто еще у нас там? Паша, блядь. Тепаемся в половина людей, блядь, перезайдет на твинков, блядь, и то же самое, блядь, составом пойдем, плюс-минус. Я поставил шкаф. Миша, вот это только вот какой-то суф хуй, блядь, у него твинка нету, блядь. А вот тут, кстати, по факту. Поэтому надо сделать твинка, кстати. Давай, так. Быстрый старт, быстренько шаму делай. Надо будет подумать, какого твинка сделать на это. Так, ребят, кто не попал? Второй райд, скорее всего, будет его. Саня, братан, какого твинка сделать? Вот. Тимоним, первую пальца. Не слышал, Саня. Леос. Кого твоя душа угодно будет? Горшаму. Но вы, ребят, все равно типа далеко не уходите, кто на замену, ебать. Может быть, вы понадобитесь. Только отвалится, ебать, я вас заберу. Туда-сюда. Дади вам ЕПРчику. Пацаны, так, масло есть у кого, пацаны? Сумоним, парни. Сумон тирает. Элидарий. Бля, вот меня Элидарий смущает. Кто такой вообще? 2-2-2, ебать. А, 2-2-8. 2-2-2, блядь, и вылетел. И Эрдру от Азерона. А? Вот Эрдру от Азерона мне написал, 231. Гильдия хочет. Ну да. Второй рейд. Напишите расписание, чтобы люди понимали, когда это будет. Понедельник, вторник, там, среда. Ну, скорее всего, на выходные. Может, вообще выходные, блядь. Это выходные, вы скорее. Напишите сразу заметку, меня просто не будет, я в субботу уеду на 4 дня. Нарисуйте новости. Клеоса сумоня.
Бабладин, Бабладин здесь. Клеос, принимай. Когда ты говоришь будешь? Я? Ага. Ну я в среду только приеду. А. Ну у вас инф переполненный. С умом не проходит. Рога тут 212-й бать что-то делает. Рога, ты тут тоже играешь. А, ща я одену плащ, стоянку. Ребята, вот. Которые в 7-8 группе, можете камень в Долоран кастовать. Да. В воскресенье приходим, второй удар. Подписываемся все. Стоит событие, да? А да, что да, КД же... я всех выгоняю, короче, походу люди не одупляют, либо в дискорде. Тут на прошлом КД же собралась, да, вторая? Более-менее. Ну вы сходили, сколько у нас? Как рога ливнет, сумон дайте. Да, слушайте, а кто сможет мага моим, если что, в 3-4 рейд в кару сходить? Хуя себе. Нифига, 100 рублей, Кирюха. Тут своих персами-то впаду ходить, блядь. Ну, я же говорю, 3-4. Первый, второй без меня закройте там. За килограмм мяса. Сходу. Меня просто, блядь, если... А завтра будет рейд? Завтра? А, я завтра, блядь, меня нахуй не будет завтра. Я завтра, блядь, поделал. А где Уго, блядь? Вчера... Он сидит, блядь, в 5 часов ночи, блядь. Я говорю, ты будешь на РТ? Да, буду, блядь. Ну, спит, наверное. Кирилл. Блядь, у нас нахуй ни одного вара нету, блядь, я хуя. Давай схожу за килограмм мяса, реально. Приедешь, я тебя пожарю даже. Сумон тебе рейд. Биполярный, ебать. Шкаф поставит. Да шкаф стоит. А я приму сумон, там рога. Да он уже улетел, блядь, отсюда. Уже улетел. Все, садись, поточку. Знаете, так, кто со мной в прошлый раз сидел? Ёбните кто-нибудь по-братски. Амончик, ты со мной сидел или нет? Кому ёбнуть? Стрим кто-нибудь, стрим запустите. Сейчас. Да. Егор, сиди ко мне. Кто со мной сидел в прошлый раз? Слава, ты? О, я не помню. А где ты сидел? В разрушителе? А, со мной Амончик в прошлый раз сидел. Все, пусть сидит. Так, ну мы в прошлый раз Бабу Адина не закидывали, да? Ля стримеров, смотрите. Ля стрем поехал. Так, надо на колесо на это заехать. Моба спулили, убейте быстро. Саня, вруби обратно быстро. Ты хочешь меня смотреть? Ты лучше просто сам. Как он будет и в рейде, и тебя смотреть? На телефоне, на телефоне. Ага. Кого сумали, все здесь? Все в инсте, все, садись в тачку. Где моя тачка? Так, я с Амончиком. Кого мы... Кто не закидывает? А, Бабладин, кажется. Тачку освободите. Я малак залетел, а чё? Бабладин, освободи тачку, пожалуйста. Меня выкинули с тачки, сука. Освободи. Саня тоже. Блять. Так, Хао, ты с Аверном, да? Да, как обычно. Егор, ты с кем? С Антоном, да? Да. Садись. Так, со мной Амончик, там дальше распределяйтесь, кто там с кем. Бабладин, кто с тобой? Вон, Бабу, садись в куклу. И пушку поломаешь. Абу-Даби, ты с кем сидишь? Абу-Даби... Вася Бетон ко мне все. Тейнлау, прием, еще раз. Вася Бетон ко мне все. А, все. Он умеет все. Тягать? Вася не будем закидывать, давай. Саня, ты не закидываешь, все остальные закидывают. Постреляйте. Давайте, чекайте, блядь, поехали. А, секунду. Да вы тихо, Чекрак. не Саня, я ваши имена не знаю, кто закидывает, кто нет. Ребят, можно по делу спрошу? Запрашиваю. Хука нету у Чекра, что надо сделать? Вылезти, да, залезть. Пересесть в люльку и пересесть обратно на сиденье. В люльку. Не закидывает? Абу-Даби, Бабладин, ты закидываешь. Человек. Кто с тобой сидит? Я не помню, кто с тобой сидит. Меня закидывают. У дракона. А ты сидишь, Вася, с Бабладином? Да, да, да. А, все, вот не закидываешь войска. Все, все рейди, остатки, пошли пулять. Поехали. Здесь не просто закидывай, забей. Стакивается. 10 стаков на стакивайте, закидывайте. Своего пассажира. Егор. Не разливайте масло, парни. Давай, Егор. Скажите, когда кидать будет. Садись, Егорыч. Заряжайся. Так я закинул. Заряжайся. Полетел. Сказали, масло не лифтеру уже разлили, ну? Информацию дайте по людям. Пук, я заряжаюсь. Давайте быстрее, я же закинул своего. Давайте, давайте. На, три пушки осталось, давайте. Одна пушка. Там есть кто вообще на ней? Там кинули только что кого-то.
помогайте, кто из РДД, помогите. 13% на босса Мончики. Ты как раз. А Мончик, я слева от босса. Не на ту. Инженерских сапах сразу ко мне, слева прям вплотную стою. Я вот на машине. Горы стени, я как седан прибыл. Где ты есть, Омончик? Вон прыгает, возле хава, Омончик прыгает, бедный. Блять, справа, сзади от босса, сзади от босса. Все, он умер. Так он уже ж поехал, блять. Из мотиков. Пересядьте к... С мотоцикла ко мне, к тебе быстро, кто за лимит. Какая метка? Один кто-то. Без метки. Сзади босса стою, вот подъезжаю. Вот к мотоциклу какому-то еду. Стой нахуй, кто там, блять? Тягай быстрее. Ты сели у тебя, да? У тебя да, есть? Да. А у Хао кто есть? Да. О, я так и прибал. Чего мы так лагаем, типа? Чего нахуй? Осадки можно впритык к боссу не подъезжать? Спасибо. Спасибо, садки. Спасибо, деду, за победу. Блять, ни колчедану не подамажить, ни цветы не побить. Да все, добивайте, похуй. Да что у меня, блять, я нажимаю кнопку, она нажимается только через 3 секунды. Это Сирус. Не лейте масло посередине боя, ну, посередине поля, парни. Я что-то не слышу про масло, просто... Сзади подтяни колчедан. Ваша мне спит. Далеко. Ладно, добиваем. Спите колчедан. А, все, блин. А что там вообще по луту, ебать? Распределяет ответственный. Я. Блин, как меня кали тут нахуй убивать, отменять это ебаное, блять, нахуй ОД, блять. Это вообще пиздец. Так у меня, блядь, стоит трехразовый клик и все равно долго нахуй. Так эскейп просто можно убрать, чтоб ОД не высвечивалось. А как убрать? Как убрать? Штаны на базу. На ГП я на игбал убирал. Я приготовил от мастера, наверное. Так, Илидарий, Месси, Клеос, Азерона. Нету лутмастера. Да, сейчас включу, погоди. Так, Хао, это тебе? Чатка тоже, я так понимаю, тебе, блядь. Она никому не надо. Робот, пацаны. Да? Да, на робот. Три сферки, приятно. Обычно. Так, рецептик, кожа какая-то хуета. Хао. Дайте столик магии, пожалуйста. А верн. А вода. Тапки упали, блядь, 39. Алло, блядь. Работаем нахуй. Все получается, да, если вот мастер не включен был. Пролетает, да, слово? Ну, у тебя все равно, если тебе тапки, у тебя ЕП нет, поэтому тут люди заберут. Так, Абу-Даби по приору выше меня, он забирает. Блин, а можно еще раз сыграть? М? Что? Еще раз, я перевлагался. Ну, жми. Ну, дежурю, ты заберут их Абу-Даби, у него приоритет 22, у тебя приоритет 0-1. Так. Да? Или Квазивер ты хочешь забрать? Да. Значит, Квазивер забирает. Бывает, Саня. Для крыши. Разбери. Пизда. Давайте, друиды, по компакт-боту, самое главное, кидайте. По меткам играем, и полумесяц в корне давайте. Так, по МК, шо? Волшебник на Абу-Даби, Абу-Даби на меня, я на волшебника. Корни дайте компакт-боту. Пейте эти техников и сбивайте. Красы сбивайте клипом, станами. Кому я... еще раз? Я тебе даю? Я по Аверну, Аверн по тебе, ты по мне. Мася, ты если что, Рошан. Да. Лол. А чё, нет никакого спека? У меня весь шмот в банке лежит. Ну так лети в банк, или тебе банк поставить, гильдейский. Или Дживса поставить. Не, у меня нету инжи, нет. Ну, Дживса. Джипса давай поставим. Нет, у нас у меня нету инжи.
А. Вот, ой. Лети все с умонем. На два хила не пришло, а Хридес мог его хора ред отправить. Чтобы он там осколкнул. Так что... Надо спасать ситуацию. Саня, ты в Аркане? Угу. Сейчас я попробую бахнуть в Аркане. А как ЕПГП посмотреть? Слэш ЕПГП пишешь, если окно вылазит, значит работает. Пацаны, вот мне кажется, у вас у всех поле пауэр есть. Нахера мне кто-то в ЛС пишет что-то бафы. Я вижу, что вы ставите. Ах, хорош, блядь. Это как-то как. А кто тебе пишет в ЛС? Да не важно кто. Я ему просто объебал и все. Я намекаю на то, что ставьте то, что может бафы. Ну я вижу три паладина в рейде, да? На мне пишешь просто. Кстати, есть улучшенный кулак. Это паладиныч нахуй, он чё, он реально, он зашел в рейд, потом просто вышел и шел в сети. Он же сказал, он какой-то доклад там делает. Ну что-то, наверное, по работе, бля. Ну, ладно, братан, бафни кулак. Так, давайте шкаф ставлю. Ладно, шкаф чел, уже сойдет. Чел, я потому что у нас ретрик один с бафнутым кулаком, и он говорит, я кастки типа бафую. Нахуя, если у него прокачанный кулак, такая бафа. Я тебе говорю, тут поле пауэр есть у всех паладинов. Я смотрю, что они себе поставили, я ставлю противоположный. Блять, ну прояви, блять, разумную инициативу, нахуй. Все, блять, успокойся. Владимир, Крейтер. У кого вкачанный кулак, пускай бафает кулак. Хули нахуй непонятно, блядь. Бабладин кулак, Владимир Крест и Телдрин каски. Все, че вы дрочитесь, нахуй? Че вы развели, блядь? Все время, блядь, как-то разбирались, нахуй, с бафами. Поставь рыбу, чел. Для этого пиздежа, нахуй. Сейчас какой-то пиздеж начал. Давайте рыбу поставим. Подготовительный пиздеж. О, Рогутон сделал рефрак. А где рыба? Да, посмотри, там космополит еще корова. Бля, рыбу не вижу, где она? Поставьте рыбу. Кто-то наебал с рыбы, что? Что-то наебали, ну. Чего, блядь, никого рыбы нет? Сейчас я сниму с ГБ. Поставьте столик. Рыба готова, сколько у тебя мастерства? Пиздец. Чего у него там? Да у него там, сейчас, наверное, 50. Ебать, никто. Он мастер, нахуй, если что. Он в морду бить может, блядь. Откуда у него 50 мастерства, блядь? Ну, башка хорошо, триня, блядь, и сапоги. У него башка, ступни плюс триня. Ну, у него как раз хватает. Да там слишком много. Там у него где-то 35, наверное. Давай, давайте, брас. Нужно... Давайте дупляры отбивайте уже. 20 минут, нахуй, слакомься. Дай, дай. Давайте, жрите рыбу, блядь, разбирайтесь с пауэром паладины. Масс-бафы бахнули, блядь, всю хуйню. Проверяйте у всех, чтобы у вас бафы были. Забери, так, блядь, еще раз. Я по Паше. Паша по Саше, Саша по мне. Серый. Let's go. А кто у нас МТ? Егор? Да, Егор, да. На пул все в Телдере на долбороге. Давай, пуляй босс. А из круга с гены бьем, да? Сердце, да. Сердце. And this top player ебать. Вчера нервы протрепало этому солдату. Ука. Бомба сейчас ебанет. Там еще один бежит в миле. Стрейкайте его там. А, на. Че босс таргет? Что за... Давайте, Гера, и пошли. Мончик. Тушите сразу искру, поехали. Кос. Просто дальше, дальше, там метки выносит. Там выносит... Дальше, и... дальше, дальше. Ты же можешь прыжком... И стой, стой, не убегай, стой, стой, стой дальше. Кос, кос, иди. Владимир, нажимай.
В Искру игра? Милики, Искру, блять, алё нахуй. Кто там задремал, блять, что Искра появилась? Бабладин, там он тебе Искру. Спасибо. Голландец. Нет, далеко не надо, это... Искра! Кто нахуй не видит? Омончик. Омончик. Неужели через спустя 3 месяца надо, блядь, это анонсить? Или 4, блядь. Искра сейчас выходит, поехали. Монч. Гор нажимай. Поскорую игра. Затанки. Или Дари. Еба, что делать, когда маны нету, алё, блядь? Иннер просить надо. Там, блядь, по-моему, как это. Кровь, да? Походу, аркан это не моё, блядь. Ладно, походу, суф это... Биполярный версий. Быстрее подняли, сразу забафали, Вася встал. Бафы это. Сокру дайте. Пизда, мана кончается. Дайте иннер побудабить. Это то же самое, я уже, блядь, нахуй этот клацаю, блядь. Прилив второй раз. Давайте гимн плюс тотем. Давай, давай, давай. Гимн давай. Искру. Да? Нажимай сокру, да. Искру. Гор, нажимай сок. А, уж убили. Ой, я взял, я хотел добер хотя перехилять. Или Дарья, очень плохо. Очень плохо. 3000, ебать. А при этом хило 3 не ебать. Никому. Поехали, хау, работаем. Вчера с Лагалона нам 3 щита 39-х упал. Нихуя. Нормально? 3 щита? Да. Думаю, щиты, поднять щиты нахуй. А какие, варовские? Ну там эти, которые на блок. Да, там. Все три одинаковые, что ли? Да. А получается фарт нахуй, блядь. Чине. Так нахуй не нужны британские щиты. Так, ну единственное нормальный шмот. Шея хорошая, блядь. Шея беспонтовая, такая же самая шея в РБК падает. Скажите, это надо... Давай, тоже 39-я соки там? Да, нет, нет, там немного прыг. Давай, гуляй, Егор. Не 39-я, но 26-я. Соки там? Да. Хуя, сериально соки. А, ну линканию. Она точно такая же. Да, она прям вообще идентичная, она. Линкани. Вон линканул. Уже линканул уже. Да, она с бастиона. Здорово, блядь. Бля, прикол, блядь, ебать. Там гробот, кстати, лежит, если кто-то хочет, можете разобрать. Если кто-то хочет. Полагал он один. Хотя, блядь, Гера нет. Откатится, мы пока трэш почистим, блядь. Ладно, иди верю. Да, здесь много такого шмота, так же само можно сравнить. Я Алгалон тебе десятка не верю. И трэш, и из этого, из совета. Еще, по-моему, пояс РБК такой же идентичный, как собрание. Да, да, да.
пояс ладно. Так а что они думают, я шмот, блядь, придумывали, сидели, они его спиздили, судьи, и пиздец. С РБК спиздили. Просто да, судьи, да, его спиздили. Спиздили с РБК, чтоб сделать льду. Просто нарисовали, нахуй, там, да. А, ну да, наоборот, судьи в РБК. СИЗОшка. Бля, ну хоть стата, блядь, поменьше бы сделали. Что это за пиздец? Да чистая хуйня, ебать. Не знаю, мне нравится. Пух, ты в курсе, что тебя сейчас отдал на дальше собрание? Нет. Пух, ты в курсе. Теперь что сказали? Блядь, ну мне нравится больше фаера, блядь. Хоть цифры какие-то нормальные, блядь. Так только. Аркан вообще где профитный? Не знаю, блядь. В РБК. Чем? Да, да, блядь. У босса у него бурсты есть. Так, а тут то же самое, блядь. У тебя заранее 2 минуты, когда иллюзии 3. А в Т5 кто рулит из магов? Фрост. Фрост. Пиздец, блядь, я посмотрел на это. Интересно. Там луч появляется какой-то простой. А, я помню, ну не знаю. Как у Жанки. Там до фикса аркан ебал, пиздец. Ну, все, все. А, бля, его замерзло. Похоронил. Владимир, надо делиться, что ты, блядь, чирик на себе, блядь, загробастал, алю, блядь. В самолете я полетел спек делать. Да. Что, может покурим пока? Ты только, блядь, 20 минут ешь, уже в ради курить собрался. Ну так а что, пока человек спек будет делать, можно 2 минуты покурить. Братан, пойдем покурим. Пусть рибафы. Ставьте там карася на входе, блядь. Куда вы? Тут вот там карася. На центре. Так, ну я пошел, короче. Идите 3 минуты у вас, Гера, куда? Нихуя себе! И поесть можно за это время! Хуя с перестрелу, блядь, поесть, я так разогреть успею. Тактика уже должны узнать. Или Дарья, ты знаешь тактику? Был здесь? Они вот могут пойти эти танковские трини пойти сделать могут. Хорошо, у нас два человека здесь не было. А десятки отличаются только 3 кара вместо одной. А Зерон тоже не был, да, 25? Вселенной эту планету необходимо пересоздать. Я запускаю... Только да, 3 кары за место одной. И все. Не вмешивайтесь. Так, принцип один и тот же. Принцип один и тот же. Стоишь, хуяришь, все. Давай, покиславочек. Дай вам, блядь, медведя, нахуй, медведя. Так, я отскочил тоже курить. А с как я? Зюсу Монти уже чё взял. А? Сумонти уже. Нормально. Хуя бы. У нас Саккар 3 получается, да? Да. 3 нахуй. Так, хилы. Хилы. Давайте пока вас подготовлю. Экономисты классок вышли, и кстати, мне банк. Кстати, банк. Английский. Сейчас, другой вопрос задаю. Так, у кого нету класки из хилов на 1300 хп? Дайте мне обмен, хау. Эридера, нет у тебя полюбасу, да? Будешь пить ее, да. Скажи, сколько надо хп хилам? Тебе тоже класку дать на 1300 хп? Ну, скажи лучше, сколько хп надо, потому что 200 спд теряю. Фласки. Что говорит? Тарша. А. Там у тебя все равно больше, чем у всех. Да, похуй ебать, самое главное выживи, а мне на спд вообще похуй. А что у тебя есть на хп? Нихуя нет. Блять, у тебя Ладомир есть? Фласка. Я просто все раздал. А почему еще Месси в килете? Потому что у нас не хило. На данный момент не было. Пришлось бегать. Тут максимум РБК хилил уже
Уже вульду сразу хилить. Ну ладно. Сейчас что-то вы нахилим. Да, нормально все. Так. Подкидывать цепухи. Втроем захилим. СС назначу. Я назначу. Наверное, пока что. Ладно, точно пойду покурю. Чё, очищение духа не взял? Ну, видали, и взял. Зачем оно в рейде надо? Чё, у нас нету друлей? Ты чё, доспеха, что ли? На ВРБК. В РБК тоже с друлями хожу только. И десятки тоже. А я в Алеме, играю, я хилил всего два раза. Суфа, ты тут? Да. А куда ты талант кинул, один из ободрения? В чё вставил? Да я не помню. Может, тебе в жопу? Да куда ты кинул это? Ну, ободрения обычно три берут, куда-то один закинул. Может, не прокачал? Да прокачал. Значит, не могу найти, куда? Женёк, ты где, блядь? Экономишь на фласках опять? Да, он экономит. Я хуею, блядь. Сизнят, куда-то закинул. Почему нужно это не качать? Да. Благоловение, фиг знает. Без него нормально. Где Женёк? Женёк! 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 Экономист. Нас. Я просто хуею, блядь. Такое ощущение, что до фласка стоит, как, сука, трехкомнатная квартира в Москве, блядь. Так, будет водить людей. У нас череп. Смотрите, кто здесь не был. Будет кидаться карст, называется кара небесная. Будет такая красненькая под ногами в Ослурус. Ябай-зона такая называется. От нее надо бежать. Далеко бежать. Это в мире будет кидаться. Жаба моя жаба. Перемещайтесь. Смотришь под ноги, блядь. Так, кто не был здесь? Потом будут звезды появляться. Звезды будут разбиваться. Когда звезда умирает, под ней разбивается лужица. Такая. Лужица, вас, когда вы в нее заходите, перемещает вас в другой мир. В нее вы заходите только подкаст сурового удара по команде. Блять. Как-то так. Все понятно. В нее, то есть вы заходите, то есть не стоите под шотками звездами, смотрите, включаете фреймы, ебать, и смотрите за хп. Если под вами разбивается звезда, все от нее убегаете. Ориентируйтесь, когда мы заходим в суровый удар, вам заносит до коста за это секунды 15, ебать. До коста заносит, что скоро суровый удар. Вы что вы должны сделать? Вы должны найти череп, ебать, и все сместиться к нему. Под черепом будет активная лужа. Лужи будут закрываться. То есть вы сместились ближе к черепу, суровый удар, за 3 секунды до коста заходим в лужу, то есть вы в нее забежали, вас перекинуло, сразу же с того места, где она была, вы должны сразу с него выбежать. Это самое главное. То есть если вы будете стоять под конец, вас перекинет в обратно сюда, и обратно же вот этот мир перекинется, вы будете стоять в лужу. То есть зашли и сразу же выбежали, там примерно мгновенно перекидывает. Это что касается, кто вот не знает, Элидарии, жаба моей жабы. Все, тут две механики, которые нужно отыгрывать. Смотреть за карой небесной, под ноги красной хуеты убегать, которая вот под ногами ебать. Примерно она выглядит как на келе. Но на келе, ебать, просто из нее выбежали, и все. Тут надо выбежать и набрать от нее рейндж. Чем ближе вы стоите к этой красной хуете, тем больше вам наносится урона. Вот. Кто так будет сферы бить? Сфера бьет у нас. Давай ты бьешь. Бьет Гарафан и бьет Абуд. Можно босса? Нет.
Пожалуйста. Биполярный, я и какой-нибудь один еще сильный мастер. Вайда, бей. Не-не-не, биполярный забей. Он тут первый раз, ну не первый, точнее. Так. Давай, Воев, ты и. Гидорамон, тогда ты, я побью, кажется. Да, ты справишься без звезды и людей кооперируй. А что там сложно? Давай, я Абу-Даби Воя тогда сферы хуярим. Все, ты Абу-Даби Воя, три человека сфера. Лошадь, да, им помогаешь. Кто метки ставит? Я. Ага. Так, давайте, Рычи, на пам. Пойдемте. Припод, ты можете на первом пуле не пить, это бесполезно. Лучше, когда Геру дадут, вы пить это, да. МК дайте. Самое главное, ребят, по тебе Паша дает. Ридари и жаба, это зайти в лужу, которая будет разлита под второй удар. Еще раз повторяю, вы в нее забежали на 3 секунды, ну, блядь, там коста босса на 3 примерно, забежали и сразу же выбежали. То есть вас перекинуло, вы из нее выбежали, вас выкинуло. Все, в нее больше не заходите. В эту лужу заходите. Слышь, а ну можно вопросик? Говори. Какого хуя Женек в анхоле ДК, а не во фросте, блядь? У нас нету в рейде мили хосты. Ты ебанулся, блядь, или шо? Сильно. Какой нахуй тотем, блядь, есть? У нас нету энха, который дает равносильную хосту. Почему сейчас улетит через минуту, блядь, в космос? Женек, спекайся, фроста. У нас ходят люди в определенных спеках, которые у них прописаны. Вот эта самодеятельность, блядь, будет, блядь, в ГП, нахуй, блядь, караться, нахуй. У тебя написан main spec Frost DK. Тебя берут в Frost DK, блядь, для того, чтобы ты давал, блядь, мили хосту. У нас нету. Сейчас в рейде, блядь, Blood DK, который дает гибрид. Да, Женек, какой давай ГП? Я сейчас просто поменяю, и все, блядь, будешь такую хуйню вытворять. Т4 ебет Frost. Надо, не надо хуйни нести. Так, Вася Бетон, ты первый герой, да? А что, спека нет или что? Что у него? Я вообще в Бладе, блядь. Блин, спекайся в фраста. Бля, Роман ставит тотем с самого начала боя. Чего вы мне мозг ебёте? Это равносильная замена 16% и 20%. Ебать, 4%. Охренеть. Ебать, вот именно 4%. Миликов, бля, 4 штуки, охренеть. 4%, ебать, да. Только это, не ругайтесь. Женёк, у тебя есть спек? Или нету? 2 я ДК, 2 роги, меня космополит. Даже посмотри мои сокеты, я перебился под Т4. Всё. Так давай мы тебе срежем все ЕП, чтобы у тебя было с нуля, и будет нормально. Ты же спек поменял. Ирландец, у тебя есть спек, Фрост? Пиздец. Ой, блядь. Давайте вы исполняйте, конечно. Ладно, похуй вообще. Давайте. 2 роги, 2 ДК, ретрик, код, у нас 2 милика. Полтора, блядь. Так не делается, Женёк. Просто с нихуя, просто ты поменял спек, ебать. Так не делается. А почему смена спека? Это сброс всего ЕП, нахуй. Или как минимум, как мы делали на X3, давали ГП, нахуй, ты пищи. Ладно, смена давайте, спека. Давайте побьем, а потом уже это. Ты по Т4, да, спекнул, блядь, себе Влада. Да, тебя... Поэтому Влада без Т4, блядь. Все, бьем. Закрыли тему. Даю ДБМ пул. Как босс пулится, точнее, когда мы активно Геру дадим. Вася даст Геру, остальные не знают. А, СС, ебать. На, после первой фазы, после первой, когда мы выйдем... Подожди, стой, не сдавай. Кому ты дал, блядь, Малах? Гавай, можешь на себя метку ебануть? Какую? Любую. Малах, давай, тут по суфу сдаешь, Дарафан по биполярному, Квазивер даешь по космополиту. А Мочку, блядь, тишина. А Мочку дашь по суфу. Ой, блядь, по Алдомеру. После первого сурового. Так, все, я прочитал Грей. Поехали. Чего с метки? Взрыв. Мили, разбивайте следующий. Отводи босса. Блядь, ну я бы... Душите следующий в мили. Взрыв. Прохиливайте рейд. Давай. Куда шаман уехал уже, нахуй? Забафали шамана резко. В мили тоже следующий тушите. Все, пока не бейте. Кара сейчас ебанет, после кары ее разобьем.
Тушите вот эту метку, ставлю. Там лоу хп, сейчас взрыв. Лоу хп, честно, взорвался сейчас. Поднимайте рейд по хп быстрее, сейчас это сама сгорит, не бейте ее. Поднимите рейд, она сама лопнет. Понятно. Отошли от кары, быстро. Ходить меткам. Сейчас будет суровый. В мелизоне давай взорвем. Взрываем, взрываем. Отведи босса. Отводи босса. Взрыв. Иди черепок заходить мне. Заходим. Три нашли. Прохиливать рейд быстрей. Сакру бабу. Ебать, что там сыпятся все как бомжи, блядь. А может вы, блядь, взорвали нахуй. Бьем вот эту, которая возле лужи. Бля, ну если вы не успеваете по сурову взорвать звездой, блядь. Ну зачем нахуй взорвать? Там мы наоборот все успевали. Взрыв. Сестра, сдавать. Су, Бэр-Теллер. После кары взорвем ее. Уведи босса в другую сторону. Она сама догорит. Не бейте взрыв. Звезды, поднимайте взрыв. Рейд. Сейчас сокру отдайте. Им на хп можете дать кто-нибудь. Сокру. 3, 2, 1, взрыв. Сокру. Поехали в мили который. Давай, так, биполярный, поднимай Иллидари. Космополит, поднимай в Войт Спирит. Отошли от кары. Не пашем. Давай, Иллидари. Разбафали. Взрыв. 3, 2, 1, взрыв. У вас очень много созвездий, заведите их. Это баг. Пух, баг. Можно созвездие из хила забрать? Пух, поднимай майс. Я встану, не надо, подожди сейчас. Это у вас там сфера. Стоп, после кары взорвем. Сурово. Я после сурового встану. Заходите. Таня. Взрыв, взрыв. Егор, сука. Взрыв у нас. Ебальника нет людей. Дайте присоединиться. Не бейте вообще сейчас. Наверное, давай гимн на хп. Бейте. Вообще не бейте. Сами догорят, играйте в босс. Просто сейчас взрыв будет. Поднимайте рейд. Поднимайте, играйте в босса. Все, играйте в босса просто. Просто давай, Месси. Сколько Месси, там давай. Надо? 30 мосток? 20. А, бля, пух вообще танчит. Уведи, чтобы не кливали, уведи. Лучше. Кара, отошли быстро. Сейчас взрыв будет после кары сразу. Аккуратно, звезда, два тела стоят. Нормально, у них попал хп еще. Ладно, 10%. Дамиру дайте ману. Нажимаю Удамир Сакру. Все, 6% просто переводить. Берегитесь. Иллидари, дай Геро, вы же там людей поднимали. Мы успеем перевести до взрыва этих штук. Пей. Нормально. Сейчас суровый будет и. Центр или под край сурово. Готовьте, сейчас будем заходить. Мана уже есть. Вы уже быстрее все. Пошли быстрее, не успеете. Пошли. Надо было переводить и уже на лужу стоять. Че, добьем, тут хуйня осталось. Ловите трэш главное. Болит, 40 болит. Секунд по боссу. Жестко, бля. Блин, что нахуй как-то. ДПС, нихуя. Конечно, пол рейда дыхать держит. Да нет, добьем. Арды до крита нет. Босса 20 секунд. Не добьем. Не, какие 20? 20 секунд берса. Ну хоть берса увидим, блядь. 40 берса, вы чё? У вас только еще 20. Это пиздобольство, парни. 40 секунд у вас, 30 секунд у вас. На ёбаный ДДМ? Сколько акцентов? У вас только что кара была, а вы уже еще суровый. Скажешь. Не, ну 5 секунд. Это маны нихуя нет. 5%, ну 20 секунд у нас осталось. Где-то. 10. Все пизда мы купили. Сурово 10.
Давай бейте, блядь, он умирает. Будет, еще кастовать будет. Он на 3% умирает. Ну все, бейте тебе, там каст быстро. Все, я не успел. Дискон, блядь? Ооо, я ебу. Успели, блядь, нахуй. Поздравляю, хуля. Бля, да хоть за что не сдохли. Шинка, нихуя. Я могу... Да, шинка с компом лагает, ёба. У меня 50% только загрузилось, нахуй, за 2 дня. Так убьём, хули нам... Ёба! Ёба, блядь. Вопрос в том, что, блядь, мы сейчас не зашли, я не пропал, блядь. Я скрин нажал, я не знаю, сделался он или нет. Видео есть, нормально. А, ну все. Ну, хотя я сомневаюсь, что... А что, его могут включить заново босса, что ли? А что, да нет? Мы не добили. Ну, его, не? Ну, по сути, он не должен. Я думаю, мы добили. Сейчас, пока он нас там вайпает, то там доты его протикают как раз. Да я думаю, мы добили. Там дискон же, мне кажется, лестница он, блядь. Мы все добили, пиздец. Ну, лут сгенерирует, мне кажется. Хули там. Хотя хуй знает, он кастовал вайп-обилку. Да, если смерти не посмотреть, Иридари, ты там дох, не знаю как что, чего непонятно. Там, по-моему, в лужу не зашел один раз, а ты умер один раз от этой каткары, блядь. А если что-то непонятно, спрашивайте, я заново объясню, мне не сложно. Сколько я там, 2 или 3 бэра потратил на нашу ману? Нихуя не пойму, а куда скриншоты нахуй делаются, блядь? Папку Вов. Да это понятно, у меня тут Вова, блядь, если бы на компьютере было поменьше. Бля, ну ты пиздец, ебать. Короче, будем считать, что мы добили, что мы сильно убили с первого трона. Ну, получается, да, блядь. Не, мы бы добили 100%. Там осталось добить 0,7%, он еще даже кастовать не начал, суровый. А он кастовал вайп-обилку, вознесение в небеса. Там, а походу, сколько было? Он там... ее прокастовал. Он ее, да, ну, я не увидел, что прокастовал, я видел, что каст быстрый, секунды две там, блядь, или секунды. А вы не думаете, что серф упал за этого? Ну, может быть. Нихуя, Галон вайпнул серф. Тоже хочу такую обилку, блядь. На арену зашел, вознесение в небеса. Он типа делает ваншот не только рейда, а ваншот серва делает? Там 600... А, он ваншот еще делает. Давай. И причем через баблу, через все. Может диван не пробивает, хуй знает. Что там не проверяли, обнову никакой нету. Вышел контент там? Сейчас прийти МБК. Было бы жестко, мы лучше в Икс ходили, чем в льду. Стоит он тут фулл хпшный. Хорош, блядь. Я ж говорю, блядь. Ну ничего, бля, у нас все на КД, да? СС, ебать. Да сейчас пока все зайдут. Пока мы поедим рыбу разбафаемся, там пошли, и бэры пооткатываются, и вся хуйня. Пошли все. У тебя тут все бафы есть. Тебя может на тебя кто выжил? Ну кто выжил, наверное. У меня даже висит прок 2-3, ебать, нахуй, и ага. Этот... Путь огня висит, ебать. Ага. Не вайп получается. Путь вайда. Получается не вайп, ебать. Ну, это не те, Рога, ты все-таки себе сделал этот? Получается, можем еще с первого трая убить его. А че жабы так по ДПСу сам внизу? Он сдох вначале? Не знаю. Ну, блядь, сложно человеку первый раз найти будет. Вообще не дубля, что делать, да? Ложный выпад, хуярь, слышь, жабы. Вот взрыв, если сможешь, то будешь выживать прям конкретно. Он тебе и урон от этой срежет. Кто? Не знаю, вчера Бон... убивали, ложный выпад не работал. Не работал? Нет. Там полкласса сломали, забейте. Он на Каме ходил, не работал, ложно. На Кару? Ну, он на Кару, может быть, и не работает. Он и на взрыв, типа, он вообще не работал, не подготовился. О, это хуёво, блядь, это вообще пиздец. Он только работает вот по ЦЛК, я знаю, по каким боссам, блядь. На Принца хорошо работает и на Ребре.
Он на синдре работает 100%. Но он в звезды должен работать, если в кару не работает. Да по идее должен, но это же АОЕ, блядь. Не, ну кара... Звезды, звезды точно АОЕ, а кара она точечно бьет в какую-то область. Нет, кара она в принципе точечная, она просчитывает дистанцию до цели и наносит урон точечный. Охуеть. А вот звезды, они просто лупят АОЕ. Вот под звезды можно... Ну под звезды, работать. Если сможешь под звезды смутить. Будет как бы предупреждают о взрыве звезд. Поставьте шкаф. Ну откатило да? Так, что, блять, меня даже рекаунт не видит боя, нахуй. Шкаф, шкаф поставьте, Ирланд Симонян. Он долго разобрался. Антон, ты тут? А че с ним? Без АФК, нахуй. Ирланд, снимай Симон. Хавайте рыб. Да, я здесь, я просто тарелку отпустил. Женька тоже без сухой дела. Стоит, вдыхает. Тык. Так. Чё по СС, по БРам? По БРам, чё, есть чё? Бабладин скинул скрин, а припотов нет. Было. Нет, когда ни у кого нет когда, да? БР есть у кого? Суф, пуп, космополит, биполярный. На БР есть когда? Чё плюс, есть или не, нету? Нету когда, всё, отлично, чё когда сбросился. Давайте, полетели, а чё даю? На баф, кому чё не хватает, чё где нет. То же самое дело. Женяк, что это? Это не дохнем. Не дохнем, как бомжи по КД, блядь. Кирилл, у тебя метка ставится, нет? Да? Дайте кулак. Я сейчас другую поставлю. Было бы неплохо скиллов созвездия собирать. Сейчас поставлю, подожди, метку. Цифру другую, чтобы она не скидывалась. Он череп на что-то другое перекидывает. Угу. Кулак, дайте ПДК. Да, я все вижу. Массакр, кстати, анонсите, что я не слышал анонс массакра. Квадратик буду ставить на звезду. Когда, ага. когда вы видите, что вы взрываете звезду под кару, нахуй, заносите массакр. Потому что это... сложно проходить. И вот сейчас почему, когда вот мы вышли лоу хпшную, не заносили тоже массакру, блядь. Если вы не успеваете до сурового звезду сбить, лучше не бейте ее. Ну потому что это пиздец. Мы заходим, блядь, 20% хп в суровый, блядь. Вы там еще и поебальнику получаете. И когда мы выходим, нахуй. Еще у нас 4 приста, ребята, алоните тоже гимн на хп, блядь, это нормальная тема. Я буду носить всем гимн. Давайте. Там я гимн на хп буду давать только тогда, когда мой ник называются. Хорошо, все, я буду все буду называть, постараться давать. Просто сложно ребят, хилить и все носить. Дали ДБМ, все. Можете преподавать типа, на секунду, вообще отпейте. Пул. Блять, не успел, пизда. Ну, блядь, сразу говорю, с экранного, блядь. Давай, Вася, зимай. Сосешь ты. Блять, 10 секунд Гера КД была. Сейчас мы первую разъебем так, что вы охуеете. Квадрат стоит, работает. Я прочитал. Ну быстрее, быстрее, взрыв, взрыв, все, отошли. Смотри, взрыв. Номер урона, смотрите. В мелизоне следующий. Ноль урона. Там, блять, кто... Стоит, конечно. Отводи босса, отводи быстрей. Взрыв. Да. Мильки, аккуратней. Прохиливайте рейд, ждите, блять. Следующий пока не лопаем. Дальнюю эту заберу. Нажимай сахар, Егор. Кара сейчас ебанет, здесь. После кары будем лопать. Взорвали. Взрыв. Прохилите, суфа. Привет. Поднимайте рейд по хп, не лопайте следующий. Сама догорает, нормально. Все, сама загорит. По боссу играем. Все по боссу. Сейчас взорву перед карой. Череп нашли. Кара. Отошли от кары. На мне кружочек. Можно в кружочке будет заходить. Подводи босса сюда. А кружочек. Созвездие. Когда выйдем, после срова выйдем, лопнем в мелизоне. Заходите. 4 нашли. Хорошо. Все, лопаем квадрат. Быстро.
биполярный. Он после пары взрывает. Что-то можно взрывать? Да, можно. Да, да, давай. Все, взрываем. Отводи, босс. Поднимайте рейд по хп. Какого нацан? Вот любую можно бить сразу. Вот эту квадрат. 10, давай. Меньше всего хп. И не дать Ладомиру. Скалер будет. Взрываем. Под карой входите. Обязательно кару заявить. Есть камни. Под боссом давай. А, нет, там нормально. Любую можно. Ставь метку. Отводите босса. Все, взорвем в мегазоне. В центре. Свободен, нажимай старт. Взрыв. Это сама после кары взорвется. Бля, там челы просто созвездие заклеивали нахуй. Да, это жестко. Ходите. Сама умрет. Сейчас взрыв. Вот, играйте пока босс. Сейчас взорвется. Прохиливайте, поднимайте по хп. Давай под боссом будем взрывать. Уводи оттуда. Уводи босса. На центр. Быстрее, 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 уводи. Лопаем, взрыв и, сейчас будет. Да, взрыв. А сейчас сурово будет, готовьтесь, сейчас сурово будет. После камеры одна лужа у вас есть. Даже две. Сурово, готовимся заходить, заходим. Зашли. Нам надо сразу сейчас посмотреть. Выйдем, Егор, нажимай сакру, нажимай сакру. Ой-ой-ой. Поднимайте рейд, там взрыва не будет сейчас. Так, Сов, мэр биполярного. Сейчас будет взрыв, отводите. Взрыв. Взрыв? Сов, мэр биполярного. Ебашьте по боссу. От кары отошли. Одну за одну взорвите. Я убью. Бейте босса, я сам убью. Бля, супер сел еще. Биполярный бой. Отведи босса с центра, отведи босса. Под боссом взрывают, а у Дамириса. Да не надо, блять, не биполярный БР Месси. Все, сама, просто босса. Биполярный БР Месси. Отойдите. Да, отойдите, это скрыт. Один взрыв. Омончик отойди. Даю на ману. Космополит, БР по дракону. Ух, станешь, бернишь сразу же роготоку бернишь сразу. Все ровно в центре стали или по краям? Прохилите сейчас. Нет сейва. Я не... Пара. Чё ты не... Сурово через 5 секунд, надо будет зайти. Готовьте стали возле портала. 5 секунд сурово. Зашли, вышли. 5, 4, 3. Бля, что-то я как-то рановато зашел. Зашли. Ну то. Все, доиграйте босс. Получше. Если бы еще во второй, блядь, сурово. Да, прикол такой, меня, блядь, просто не выпускается. Ну так ты в луже стоишь, тебе сказали, зашел и побежал. Я зашел и вышел, я просто насмотрел. Нет, ты зашел, вышел, побежал стоял. В другую лужу зашел. Ты хоть представляй примерно, ебать, где ты находишься, ебать, и что вокруг тебя в другом мире. Где ты находишься? Я насквозь пробежал. Ну ты зашел с одной лужи, побежал, и получается, когда время закончилось, тебя выкинуло в другую, и ты опять зашел. Короче, блядь, у всех получается, у тебя нет. Какой путешественник чисто. Кинь на меня лутера быстрее. Сюда, блядь, алголон, вонючка. Тю-тю. А, я не могу сейчас кинуть. Саня, что это за эти? За сценки, да. Опять это космос. О, кинжал мой. Заебись. Да, космос по КД нахуй падает, блядь. Так, кинжал, мейнспек. Давай этот, ага, есть. Что там? ЕП, ГП. Так. Поехали, космос. Космос спас. Поехали. А что такое гриб? Это... А что за квест вот этот? Гриб? Ну гриб, грибы такие есть. Раз, Паша, ты берешь? Каламбур, пошел. Получается, Паша в мейнспике. Бабодин, ты ебашь. Что это за квест, Альфа? Альфа Центавра. Какой-то. Да, Паша, ты уже третью штуку, по-моему, в космос лутаешь, нет? Кто? Поверно. А он не мейнил, блять, его. Я забирал в прошлом рейде, он типа потом этому Абу Даби отдавал. Так, Дагерок, Абу Даби забирает. Ну. Хуяк 400, блять, получите, распишитесь, блять. Посох, блять. Кому-то там на офспек или на мейнспект.
А это, может кто 63 СПД тянет? Мне нужен космос, Савен. Космополит, надо спек забирать посох. Хотя нахуй мне этот космос нужен. Так, волокосколки кто забирает? Васёк? На кротового шипа, да. Алло, блядь. Да. Васёк, давай это, пулять сразу. Так, Васёк, держи альфа этот. Кому там надо, блядь? Конечно, Васёк. Что альфа блядь? Дает? Уже 14. Квест. Нет, на что квест? Я передумал. На миликов там хороший силовой плащ. На РДД. Линкую, на все, что падает, линкую, все, есть. Что падает с квеста. Ля, нагрели. Ля, без бабы. Забаньте большого пока. А что за хуйня? Он пропадет 50. Все, что падает, я линкнул 4 шмотки. Быстрей, кому отдать? Ну, я мейнспик нажал. Там я все тут мейнспик нажали. Ну, давай кому прилетит. По роллу или по приоритету? 39-я, блядь, хорошая шмотка. Давай я по приоритету, блядь. И вообще, я бы сдавал бы за нее КП, нахуй. Почему вы КП на нее не дадите? Я не понимаю. Да похуй, блядь. Так, смотри, кольцо это хостовое. Миша уже забирал. Космополиту мы, по-моему, отдавали уже, да? Тоже кольцо, это 39-е. Да. Васёк, тебе нужен этот плащ или у тебя уже есть? Ребзя, смотрите, скоро выходит тейк, и плащик сейчас он самый лучший, который с него падает на милика, сила, он будет бисовый, то есть ССК нету лучшего, так что. Егор, у тебя есть уже, да, плащик такой? У Егора нету плащик. Там плащ? Ему хит не нужен, у него перекат пока что. Ну это бисовый плащ, поэтому. Ну да. Пацаны, здесь бисовые плащи на миликов никак не на РДД, ну ладно. Так понятно, что на РДД. Егор, блядь, это Телдрин, это вообще-то паладин. Ну да, я же вот... Наверное, ваши имена запомнил. Ну я уже запомнил, мы просто 8 месяцев играем как бы вместе. Ну что, да тогда ирландцу отдам. Он по приору выше, чем Бабладин. На ему плащик этот нужен. У нас же синергия с Ашами на играх. Кому бы я дали? Я Иван? Ирландцу отдал. Ну и все нормально будет. Все а еще. Будем ходить еще труду. Все по себе поубивают. Кто ходит, все оденутся. Я всегда это повторяю. Саня, мне надо отойти минуты на 3. Иди. Мне жена пришла сейчас. 3 минуты я вернусь. Калагарна задушит. В смысле? Ну, пока что. Ты тут что делаешь? Ты пок забираешь среднего и маленького. И все. И все. Их убили, все, стоишь, чилишь. Телдрин так и танчит дальше. Надо кого-то, чтобы косты сбивал. А, или мы маленькая первая уже убиваем. Да, да, Егор, все разбабл. Так, давайте, ребят, дали фури баф, сейчас вам поставлю для карася. Похавайте. Все это все помнишь, что делать, я надеюсь. Не потом каждый босс вам тактики объяснять надо. Я скажу тебе, да. Забирает кара. А, давайте назначу людей. После того, как убьем мелкого, на рейндж. На рейндж выходит. А, на рейндж выходит от. Скрыть хотя бы беру. Так. От Абу-Даби. От него набирайте рейнджу 6 между друг другом. Не там, где вы хотите встали, блядь, по всему кругу, а стоите все возле него на рейндже. Это получается у нас три... Два шамана, Рестера, Месси и Ридари. Я, Суф, 4 хила, Абу-Даби, 5-й, 6-й, Квазивер. 7-й у нас будет. Давайте, и 2 ШП к Войспирит и Клеус. Все, вот эти 8 человек выбегают на рейндж, и весь бой после смерти мелкого стоят на рейндже. Все остальные... Стоите в мире под боссом, в руне. Сдадим на большом Геру. Гера кончилась. Все рейнджи сразу набирают рейндж. Все. Абсолютно. До этого на рейндже стоят только вот эти 8 человек, которые назначим. Все. Всем все понятно? Давайте да еще арчаю на баф на готовность и полетим. Кто? Вот. Я на рейндже сам? Да, я на рейндже, если пацанов будешь. Рейндже тупо. Так, ирландец Азерона.
по этим по бафам тогда я Телдер нажмешь бабл, да? Дырка забьет. Да, и это самое. И второй просто убьет. Потом добьем. Дырка. Не хватает. Азерон. Да. Отошел на пару минут. Забейся. Ля ты дырка, конечно. 23 тела убьем, полетели. Давай, сейчас добьем пуда. Бесы. На пулу в пук дракона даете? Мелкого и среднего, две роги. Полетели. Так. Кого бьем-то? Мелкого, кого ты бьешь? Так я... Ой, наверное, ты где? Да. Бля. Ох, ебо. О, ну, чё-то ещё, бля. Агрос, подходите, бля, за агром. На поле у тебя попадает. На ренжу вышли и назначили люди. То назначили, а вышли на ренжу. Разбежались. Набираем ренж. Раньше набрали, все разбежались. Руны. От синей руны отошли. От синей руны. Вышли из зеленой. Стали под новую руну, дамаж. Вышли. Набираем. Ренджу набрали, вышли все. А, ну тогда надо будет сбалюсь. Давайте. О, как раз постелил. Кстати, там прям на краешке можно встать. Добили мастера. Готовь, Егор, баба. Егор, нажимай. Все, повесил. Все, давай. Еру? Дайте сальву по тарапану сразу. Понимаю. Ебать скилл на. Это что? Короче, он кинул в эту хуйню в меня, и я блинканулся, и она типа только в меня прилетела. А я в мелизоне стоял. Жестко? Пиздец. Жестко. Ты в мелизоне. Дайте ей поэтому дам счет. Не, я БГП бы дал, что он в мелизоне делает? Правильно, БГП. Я за КП, да. Так, саму понюхали и побежали дальше. В смысле понюхали? Потому что ролить его нету. О, парни, ебать лут нахуй. О, клубы. Ебаный даггера заебали. Крипт. Но на этот раз хотя бы даггера есть в спихе. А вот этот меч, посмотрите, вот с ловкостью, он кому-то идет вообще? Хантам. Хантам? Давай, жаба, блядь. Некоторые фурики еще берут, более-менее нормально. Отбитый даун. Ну, типа, если... У меня есть вопрос по аддону. Ну, первое время. Я жму ЕПГП, а там у меня циферки не прибавляются в ЕП. Они в конце рида добавятся. Да. А чё тут за квест? Можно диск, пацаны? Что за хуйня забить? Дайте диск, Ваня. Мы начисляем ЕП в конце рида. Не, не надо. Оказывается, я уже сделал. Сори. У тебя, блядь, уже есть. Да. Бля, я забыл. А чё тут за шмотки падают, блин, кайф? Там ключ на голову нападает. Его дальше.
А у тебя мысли типа шмоток в банке или типа спек, ну, ты меняешь? Если хочешь, можешь подамажить на вот этих боссов, которые сейчас мы убили. Не, я, у меня вообще места нету, так что я постоянно все банк скидываю. Все, понял, ладно, больше нахер. Владимир, не туда бежи. Мы идем на Калагарна. Мне кому меч нужен? Если удержать резину. Че, никому штаны не нужны, или? Похуй. Давайте, ребят, в темпе валис. Они же без дырок, обоссаны. Ну да. Ты их не нюхай. Уже весь лут поделил? Конечно. Что там интересно, что... А, кинжали, как всегда, да? Да.